привет! Вы на канале Вырастайка. У нас сегодня отличная погода, по крайней мере, со вчерашним днем. Вчера был дождь, сегодня облачно, с прояснениями. Периодически выступает солнышко, вот даже местами видно небо. И мы решили съездить, сегодня у меня второй выходной, завтра опять на смену. И мы с мальчишками решили поехать на море. Не знаю, искупаемся, не искупаемся, но в любом случае решили сделать вылазку. Сначала мы направимся на рынок, кое-что прикупим, а дальше на пляж. Ну что, друзья, у нас загремел гром, заморосил дождик, но мы все равно решили поехать, так что оставайтесь с нами. Какой ужас, пока доехали, меня так укачало. Припарковались, вышла из машины, мне стало так плохо, я еле стою. Пошли, сходили потихонечку, купили коту ошейник, лекарства от блох, взяли мальчишкам плавки, зашли в канцтовары, купили мел. И хорошо, вот девочка знакомая работает рядом здесь, зашли к ней в магазинчик, попила крепкий чай, съела конфету, да? Съели по конфете. Как она называется? Вкусная вот эта большая. Отломи. Отломишка, да, отломи. Вот, чуть полегчало. Постояли, пока поговорили под кондиционером, пришла в себя. Сейчас, пока дошла до машины, мне опять плохо. Машину сейчас открыли, проветриваем. Невозможно даже голову туда сунуть. Это ужас. Погода у нас вообще... Я даже не знаю, какой синоним подобрать, чтобы назвать нашу погоду. То дождь, то жара. Это кошмар какой-то. Мы выезжали, дождь шел. Сейчас невозможно ходить по улице. А я без головного убора. В мультике. Сейчас вот чуть машинка проветрится, и мы поедем. Дима, иди сюда. Хочу сполоснуть плавки. Становись на асфальт. Свою воду положи, я просила же, не пей много. На асфальт, становись обеими ногами. Давай будешь поливать. А чуть-чуть только поливай, пожалуйста. Вот сюда. Илюша, здесь будь рядом. Еще. Поливай. Ну, хочу сполоснуть. Моем. Все. Это для меня, что ли? И для тебя, и для Димы. Не хочу после магазина, чтобы вы их одевали. Там может... Фиг пойми, кто их трогал. Давай, и пыль, все, что хочешь, давай. Нула плавки на торпеду, надеюсь, ну, я думаю, высохнет, пока доедем до пляжа. Вот кому действительно жарко. Боже, как же я им сочувствую. Бери, пожалуйста, пакеты, давай, доставай. Печеньки. Так, воду всю взяли для питья? А плавки никому не нужны? Давай. Илюш, отходи оттуда, пожалуйста. Дима сейчас достанет. Плавки наверху. Дим, когда будешь внимательным? Илюша, на розовый пакет держи. Он тяжелый, мам. Нормальный. Держи. Ну, кто-то же должен дверь закрыть, правда? Все, пойдем. Мама, помощнички. Пойдем, пойдем сюда. Ну что, как водичка? Кто-то не прыгай, там прыгать нельзя. А, тогда я Илюхину возьму. Бери. Мои не надо.
А ну пойдем со мной, не лезь пока в воду. Пойдем. Илюша, пойдем. Иди покажу рыбок тебе. Выйди оттуда, иди сюда. Хочешь рыб смотреть? Идем. Вон они, вон они. Вот, 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 маленькие, маленькие. А здесь кто у нас убежал? Вот он. Вот он. Все, сбежал. Сегодня море волнуется, их мало. Боже, какой малыш. А, рыба. С ума сойти. Вам видно? У нас бежит. А, нет, вот она лежит. Это бычок. Кто это? Мама. Дима, распугаешь сейчас всех рыб. Руками греби. Всю муть со дна поднял. Илюша, Илюша, ку-ку. Пробую. Первый заход мой. Открываю сезон для себя в этом году. Водичка приятная, прохладная, как по мне. Явно не комнатная. Мамочки. Ой, мамочки. Ой, как прохладно. Муля, ну куда спрятался? А потом сделаем скриншот. Потому что сфотографировать у нас никак не получается. Солнце, солнце. Укушать нас солнце. Уже не могу. Где мой ребенок? Илюха бегает. Самое сложное — это зайти по пояс. Потом легче. Дно хорошее, можно ходить. Не знаю, я смогу плавать с одной рукой? А! Нет.
И телефон у меня без защиты водонепроницаемой. Что, да куда ж ты так плюешь? Воды в рот набрал. Я боюсь этого человека. Я его ищу. В телефон не видно ничего. А где он? У меня уже селфи-палка мокрая практически полностью. Ничего себе. Мама. Ау. А где это? Кто? Печенье. В пакете? Вы что, проголодались? А я тоже. Ну только руки надо сполоснуть водой чистой. Хорошо. Ну как это, зачем? Какой водой это? Ты бы очки снял сначала, Дим. А, мы ту воду для рук не взяли, да? Большую бутылку оставили в машине. Зато крем для рук взяли, классно. Ну давай вот это сполоснем. Держи, открывай. Ты замерз? Илюха, ты замерз? Нет. Нет? Все нормально? Да. Хорошо. Помоги Диме. Руки, а я поливаю. Все, хватит. Теперь ты поливаешь, а я тру руки. Все, 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 все. Это моя вода. Блин, да. Спасибо. Так, мам, вот крышка. Я так, эти воздушки. Второй пакет тоже открывай. Давайте перекусим. Это вид на бухту, а открытое море с другой стороны. Что там у него? Ракушки? Собиратель сокровищей. Еще немного поплаваем. Тогда еду давайте доедайте и все, и купаться. А ты все ешь. Где мам? Я.
Ну что, братцы, расскажите, довольны? Да. Да? Понравилось? Угу. Хорошая вода была? Угу. Какая еще... была? Что понравилось? Понравилось, и рыбы были. И крабы были. И крабы были. И вода была. И вода была. Холодная вода была или теплая? Теплая. Теплая? Еще поедем? Ага. Хорошо. Надо селфи-палку, наверное, да? Оставайтесь, друзья, с нами. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Жмите колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новостей. Если видео понравилось, нажимайте лайк и пишите комментарии. Всем, кто нас поддерживает, огромное спасибо. Спасибо за то, что делитесь ссылками в соцсетях. Смотрите нас, заходите к нам в гости. Ваша поддержка для нас очень много значит. До скорой встречи, увидимся в следующем сюжете. Пока-пока! Пока-пока!